Всем доброе утречко. Сейчас будем делать мясо. Я тут достал готовые куски мяса. Вот такие. Заранее это все дело подготовили. И вот когда нужно быстренько сделать, то вот вам, пожалуйста. Процесс следующий. Размораживаю вот это мясо. Беру вот такие вот пакетики для запекания. Удобная тема. Вот они. В комплекте идут. Все, берете мясо, берете картошку. Какие-то ингредиенты, какие-то у вас есть. Такой вот пакет. Все. Все это дело закидываем туда внутрь. Буду делать два пакета. Тема такая, ребята. Сейчас прогулялись на улице. Просто жесть. Почти минус 25. Ветер очень сильный. Прошлись там буквально, не знаю, пару сотен метров. И очень холодно. Сразу бежишь, в принципе, замерзнешь домой, да. И вот тут, вспоминая такую тему, многие говорят: о, надо научиться выживать, типа человечества. В будущее и все такое. Да мы, в принципе, недалеко-то ушли. Мы сейчас как раз-таки этим и занимаемся, что выживаем. Вот и наши вот эти дома, представьте, они просто в поле где-то. На планете Земля где-то в поле и на улице минус 25. А человек настолько к этому привык, что думает, что это типа естественный процесс. И нам нужно еще что-то придумать, чтобы повыживать, чтобы почувствовать себя героями. Вот этот дом есть система выживания, мы и так выживаем. Соли, в общем, туда нужно будет вот так. Какое-то количество. У меня заранее нарезана картошка и лук. Большой лук, в общем, разделил вот на две. На несколько кусочков. Вот все туда закидываем. И туда же закидываем картошку. Так, а вот эту картошку уже во второй пакет закинем. В принципе, все. Это дело закрываем. Чуть-чуть вот так вот. Закручиваем. И вот заходишь с улицы домой, блин, так хорошо сразу встает. Вот сейчас дверь открою, да, вот замерз он весь уже красный. А домой открываешь дверь, тепло. Вот сейчас стою здесь, да, можно зайти в ванну, горячая вода, чай, тепло. И сразу человек расслабляется и понеслось. Человеку все пофиг. Могу все, герои, будущее наступило, блядь. Какое нафиг будущее? Оно никогда не наступит. Мы как выживали, так и выживаем. Просто наши пещеры чуть-чуть выглядят сейчас по-другому. А в принципе ничего-то и не поменялось. Есть специальные подвязки в комплекте. Просто берете вот тут. Вот так вот соединяете. Чуть-чуть воздух выпускаем. И можно это все дело вот так вот закрепить, чтобы никуда не делось. Все. И вот эту штуку уже закидывается в духовку. И еще одну сейчас я сделаю. А еще больше, знаете, что удивляет такая фишка, как смотришь кино, где люди падают там на самолете, где-нибудь зима, и они там начинают выживать, тащатся тысячу километров, там белые медведи на них нападают, они полуголые, голодные, да, и как-то добираются куда-то. Такая, блин, фантастика, просто вот фантастика. Выйдите вот на улицу в минус 20, минус 30 там, да, пройдите километр,
даже вот тепло, в принципе, в современной одежде, да, какой-то теплой, и то будет холодно. А тут включите, что вы голодные, вы непонятно где, ничего у вас нет, вы тащитесь там 1000 километров, да, и еще куда-то добираетесь. Блин, такие сказки просто. Пройдетесь пару километров и помрете. Есть еще такая штука, жидкий дым. Попробуем чуть-чуть его добавить, много не буду. Так, чисто для запаха. Ах, ништяк, пахнет так вкусно. Все, хорош. Так, чисто, чтобы получить ощущение, что это все сделано на мангале. Все это тоже закидываем внутрь. Еще раз напомню, это все дело делается быстро. Можно, конечно, тут химичить очень долго, подготавливать там мясо и все такое, но это другие ролики. Когда все хотят кушать, и нужно сделать быстро, то я люблю делать это вот именно вот в таком вот формате. Все по-быстрому, как говорится. Закидываем сюда в соли. Что прикольно в этих пакетах, что все это дело готовится в перемешку. Мясо, картошка, все пропитывается насквозь. И получается вкусно. Оля, короче, доделывает йогурт недоделанный. Просто тут написано, что с ананасами. Да, такие йогурты ананасовые, чуть ли не кусманище, там вообще все в ананасе. Короче, картинки продают, стоит это недешево. А внутри одна сметана, можно сказать. Давай, в общем, йогурт. Правильный йогурт. Да, вот Оля делает настоящий йогурт с ананасами, но для этого вам понадобится вот такие вот ананасы. Готовы. Наверное, даже еще один кружок все нарезал. Ты, наверное, представляла, что откроешь, да, и там именно с будет... С ананасами, вот так должно быть. Ну-ка, попробуй. Сейчас. Я уже предвкушаю. То, что нужно? Вот это йогурт обалденный. Вот видишь, нормальный йогурт же. С ананасами. Смотри, какие кусочки там достань. Вообще вкусно. Ух ты, какие кусочки большие ананаса ложат в йогурт-то. А фирма-то какая хорошая. Эпик. Очень вкусный йогурт. Очень, да. Да, покупайте. Да. Вот так вот. Надо привязать туда вот чем-нибудь. И будет очень вкусный йогурт. Реально советуешь вкусно. Покупать? Угу. Да. Вот так вот. Короче, вот так вот человечество и продает, в принципе, все. Сейчас я еще один положу, будет вообще шикарно. Духовка у меня разогрета. 200 градусов. Так, одной рукой не очень удобно, но... Попробуем это сделать. Закидываем это сюда. Вот так вот. Примерно. Все. И оставляем это все дело. Минут 30, я не знаю, 40. Как получится. В принципе, все. Все максимально быстро и просто. Потом за собой обязательно убираемся. А то есть люди, которые что-нибудь приготовят, блин, а потом просто какой-то дурдом, апокалипсис. Вот. Я из таких типов, которые любят, чтобы было все четко. Ничего лишнего. Все это дело убираем, убираем, убираем. Все аккуратненько будет. То блюдо. Я достал это все дело,
Сейчас хочу показать, что получилось. Кусочки мяса четко, четко. Картошку, бульончик. В общем, я решил это все дело достать, вывалить в кастрюлю, чтобы с бульоном это все дело вот так вот пропиталось. Потому что это очень вкусная штука. Здесь масла нету, ничего лишнего нету. Это свой собственный сок, так сказать. Получилось, я думаю, что просто отлично. И еще вот это мы сейчас туда перевернем. Сейчас еще второй пакетик тоже делаем. С ним нужно будет аккуратно быть, потому что внутри горячий пар. Это все дело дырявим. Вот так. Вот так. Ароматы на весь дом аромат стоит. Перевернуть сюда. Что-то, короче, типа того. Очень все вкусно пахнет. По-другому быть я не должна. И не может быть такого. Все. Получается как-то так, куда у меня вилочка делась. Все, ребята, можете посмотреть, что у нас получилось сюда. Очень вкусно пахнет дымком. Да, я здесь в одно добавил дымка и добавил еще, короче, картошки. Так. В принципе, все. Блин, дымком пахнет. Давай попробуем. Сейчас, наверное, сядем, но предварительно. Все, нормально? Вкусно. Ну реально вкусно? Или ты на камеру так? Было бы невкусно, я бы не ел эту штучку. А ты приготовил ее нормально. Мягко, короче. Ну все, садимся. Теперь это все дело разложим по тарелочкам. Чуть-чуть сейчас я перемешаю, чтобы с бульончиком это все дело перекрутилось. Особенно картошка, лук. И чтобы это все дело было сочным. Можешь вот картошку себе доставать. Ну и сядем покушаем. Милана вон там ждет уже.